Приветствую! Вступил в силу новый закон о административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В этом ролике мы разберемся с тем, какая же именно ответственность и за какие конкретно правонарушения предусмотрено этим законом. Ну а перед этим я хочу вам порекомендовать один из полезных инфочатов, которые есть в Телеграме, инфочат Харьков. Инфочат Харьков только полезная информация для харьковчан и гостей города. Ссылка на него есть в описании к данному видео. Ну а теперь непосредственно к нашему вопросу. Итак, новым законом предусмотрена новая статья в Кодексе Украины о административных правонарушениях. Статья 121 прим. 3. Как ви видите, ця стаття називається Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів. В соответствии с этой статьей предусматривается административная ответственность за следующие правонарушения. Это керування або експлуатація транспортного засобу без номерного знака, з номерним знаком, що. Не належить цьому засобу, не відповідає встановленим зразкам або вимогам, закріплений у невстановленому для цього місці, перевернутий чи неосвітлений, закритий іншими предметами, в тому числі прозорами, з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію. Забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквину числову комбінацію номерного знака з відстані 20 метрів. А так само вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака. І як ми бачимо, непосредственно адміністративне зискання предусмотрена в виде Штрафа в размере 1190 гривен. Вот такая э, новая административная ответственность за в принципе не новые правонарушения. Да, как мы знаем, все это достаточно старое. Но теперь этому посвящена отдельная статья то есть, все это систематизировано в одном месте. И как мы видим, что здесь вот интересно, на что нужно обратить внимание, это на вот этот пункт. Про те, что закрыты іншими предметами, в том числе прозорами. Вот здесь, конечно, есть вопрос, потому что очень многие номера закрыты сеточкой, закрыты пластиком. И вот в этих ситуациях, даже если эта сеточка, даже если этот пластик вроде бы не мешает э, тому, чтобы определить какой же там номер, вот здесь мы видим, начнутся теперь вопросы на вполне законных основаниях, да. Э, правда, правда есть, вот я сразу вижу некие моменты, с которыми можно будет э, которым можно будет апеллировать, да, потому что здесь указано не просто закрыты иншими предметами, а с нанесением покрытия або застосованием материалов, что перешкаджают или ускладывают его идентификацию. И здесь я уже вижу о том, э, то, что можно будет говорить о том, что номер закрыт, э, но там нет никаких э, покрытий, э, либо материалов, которые э, мешают идентификации этого номера. Но, с другой стороны, мы прекрасно знаем, что э, в большинстве случаев, когда номер э, закрывали, да, э, все-таки хотели скрыть эту идентификацию, скрыть его, и, в принципе, э, вряд ли кто-то будет, ну, может, конечно, Особые любители, там, кто особенно трепетно относится к автомобилю и боится потерять номер, да, тогда будут люди там, прозрачными какими-то пластиковыми, например, панелями закрывать, да, чтобы номер не вылетел. Но, опять же, друзья, имейте в виду, что закрыв чем-то номер, вы теперь рискуете быть остановленным сотрудником Национальной полиции, в принципе, на законных основаниях, да, и увидев что-то, что закрывает номер, сотрудник полиции может вас остановить. И вот теперь вопрос, подумайте, нужно ли вам это, хотите ли вы на каждом посту разбираться с национальной полицией, почему остановили, почему закрыт номер и прочее. Либо, может, все-таки не стоит уже закрывать номерные знаки. Друзья, на этом все. Если у вас какие-то остались вопросы, задавайте их в комментариях. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока-пока.